Кандидат Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник, где встретился с сотрудниками предприятия «Жезказгансветмет». Как это было, в следующем материале. По прибытию в Аненский рудник кандидат Мейрам Кажыкен получил всю необходимую экипировку и сразу спустился в шахту. Первым делом он побывал на участке водоотлива «Горизонт» минус 170, что на глубине 260 метров. На нашем участке работает 92 человека. Здесь находится насосная станция, где мы выкачиваем воду. После насосной станции кандидат спустился в ремонтный пункт горнорудных механизмов, который находится на глубине 350 метров. Шахтеры рассказали о своей работе и поговорили с Мейрамом Кажыкеном о предстоящих выборах. А уже на поверхности кандидат пообедал с шахтерами и ознакомился с их меню. К слову, в корпорации «Казахмыс» действует крупнейший профсоюз, где состоят больше 50 тысяч человек.